Спасибо, Роман. Наверное, дома, да, буду. Посмотрим, может быть, выйду куда-нибудь. Я просто хочу быть в эфире, где-то сидеть. Мне кажется, мне будет стрёмно где-то сидеть, кушать и снимать эфир. Не знаю даже. Ой, Рамзан, спасибо. Радуешь меня розочками. Минус два, сердце замерзнет. Противокидывайте слишком... Блин, да вы что, типа, визуально надоест? Или они в носке не очень? А какая у вас обувь зимняя? У меня просто нет обуви зимней. Я, представляете, пока еще в тонких ботинках. И поэтому мне даже выходить куда-то не хочется. Во-первых, мне очень скользко. Во-вторых, мне очень холодно. О, добрый вечер, Марк. Как вы? Спасибо за розы, Рамзан. Мне 23 года. Покушай, погнали, покушаем. Приятного аппетита вам. Почему вы тебе не нравится? Там... Не знаю, там немножко серо, мне кажется. Ну, по сравнению с Астаной. Серовато, и молодежь мне не нравится там. Они очень все испорченные. Что у нас сегодня на ужин? Ничего. Я не ем ничего, и вы не едите ничего. Тебе точно не нравится особо не прям красиво пробовать. А, надолго перевели вас? Тимбы нужны. У меня были Тимберленды, я их не носила и отдала подруге. Они были прям новые. Один раз надела, по-моему. Не понравились мне они, как сидят на ноге. Нет, не левый и не правый. Я не модель. Я с города Астана. Покажи кулон. Вот такой кулон. Два сердечка, розовое и серое. Худеть начала, да? Да у меня аппетита нет, у меня уж проблемы с желудком. Ой, нечаянно блокнула, не того, кажется. Привет, Султан. Чти тут, пока тут работаю, не хочу КВ. Инстаграм, да, это мой. И, ну, я не хочу просто говорить, на каком берегу я живу. Я не считаю, что это важная информация. Меня долго не было. Да, кстати, где-то был. Носки не очень комфортные визуально, да, если мне так кажется. Блин, тогда я не знаю, что мне делать. Ну, я прям нашла офигенные. Одни черные и одни розово-бежевые такие. Ну, нежно-розовый. Мне они понравились. Но они, во-первых, не дешевые, во-вторых, размера нет. Это Тиффани. Спасибо, Рамзан, за розы. Плаванием не занимаюсь. Треново и все надоели. Капец. Что вы носите тогда? Ой, спасибо, Алена, за золотой геймпад. О, прикольно. Зеркало. Спасибо за подарки, Алена, очень приятно. Пончик. Кто по нас? Турчанка с русской. Привет. Плавать не умею. Настроение супер у меня. Блин, мне кажется, знаете, я правда заболеваю, я хочу чихнуть. Может, одеть кофту. А то сидишь серьезная. Ну... У меня брекеты, мне больно немножко улыбаться. Почему-то эти дни, вот вчера, сегодня у меня воспалена слизистая, и мне даже разговаривать больно. На левом, не правом, проще, это всех золото, next. Хочу научиться плавать. Перед следующей поездкой на море я хочу научиться плавать. Но, если честно, я каждый раз это хочу и не учусь. У меня есть какой-то страх воды. Я живу в Казахстане. Ой, до утра стрим нет, у меня до утра уже давно стримов нет. Красивое, спасибо. Кот есть, Арчик. Арчик. Синди Кроуфорда. Нет, пока не надоели, да и ко всему подходит. У меня ботфорды тоже есть, но они тоже осенние. Зимнего у меня ничего нет. Да я обычно как-то особо и не парюсь, но эта зима прям холодная, и мне прям нужны уги хотя бы. Ну, хоть короткие-короткие уги. До скорого. Хорошо, хорошего вечера. Со мной доложил возле Меги. А, нет, я далеко оттуда. Кот есть. Город Астана. Привет. Тоже режим восстановил за тебя. Да, я тоже восстановила. Вчера вот я в час, по-моему, вышла со стрима. И все. Есть кто научится плавать? Нет, если я буду записываться, то я пойду к этому. К профессионалу.
зовут кота Арчи. Обожаю Казахстан. А вы откуда? В стиль лоферы смехом зашли. Лоферы смехом. Ну, блин, это совсем, кажется, автоледи, да? У меня нет машины. Мне нужно что-то потеплее. И сбоку. Я тебя вчера... А, так и... Да, смотрели, наверное. Сколько языков знаешь. Ладно, я тут платину ходишь. Нет, вообще никуда не хожу. Почему так много извращенцев сегодня? Я что, откровенно одета? Я со Астаны. Спасибо тем, кто лайкает. Большое спасибо. Ближе Баку. Я с Казахстана. Добрый вечер. Нет, я давно переехала, еще в детстве. Родилась я в Шымкенте. В Америку приезжать. Это очень сложно, пока я не думала об этом. Спасибо за розочку большое. Почему без эмоций? Я, блин, столько всего приходит, наверное, поэтому. Типа просто отвечаю быстро и все. Я не говорю о своей религии. В прямом эфире, мне кажется, не надо об этом говорить. В Москву? Нет, если честно, я об этом не думала. В Москве я была один раз там. Там классно. Но переехать туда, не знаю, я об этом не думала. Не очень тепло, еще никто не жаловался, слишком много знакомых, хотела вчера не беру. Блин, теперь я окончательно запуталась, что мне брать, честно говоря. Рост 160. Здесь немного не ухажеров, здесь много этих извращенцев.